Хочу представить вашему вниманию розыгрыш на катушку Суперкаст. Довольно-таки хорошая катушка для леща. Это вообще имба, ну и не только для леща. Вот она, нетронутая, прям вот только с завода в масле. Что нужно сделать? А все очень просто довольно-таки. Давайте приблизим чуть-чуть браузер. И есть у нас 4 основных пункта. Первое, это быть подписанным на мой YouTube-канал. Обязательно прожать колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. Комментарии под именно постом в ВК. Написать свой никнейм, чтобы мне проще было выдать приз именно тебе. И четвертое, обязательно нужно быть подписчиком группы ВКонтакте. Вот всего таких 4 простых пункта, и ты можешь получить довольно-таки хорошую катушку. Тем более, если ты новичок, то для тебя эта катушка просто, ну, имба. Так что вот. Как только будет 2000 подписчиков, сразу же в этот же день я делаю розыгрыш на эту катушку. Успей. Возможно, именно ты станешь победителем. Доброго времени суток, уважаемые зрители моего канала. С вами снова Влад Эльзен, и сегодня у нас венок. Не сказать бы то, что давно не было этой локации. Была она и по Ельцу, и по точке на Носыря, и Леща показывал, где ловить. Так вот, пришел я сюда обратно, потому что заметил один пост в РР4 база знаний. Пост по поводу рака на 120-120. Я пока не закармливался, там парнишка, если кто смотрел, ловил на ПВА. Но я сделал такую же прикормку под спот. Вот то же самое, что было заложено у него. Сейчас пока я пришел, вот это, наверное, какая-нибудь переловится, может быть, села. Нет, что это? Уклейка. Интересно. Ладно, уклейка, значит уклейка. Садок у меня пустой, там вот эти 1, 2, 3, 4, 5 рыб, это я так, там просто от нечего делать, покидал с берега на легенькую удочку. Ну вот интересная поклевка вроде бы, и тут и звонит-звонит, а рыбы нету. Вот, сейчас под к вечеру закормлю спутом, постою, вот где-то эта прикормка. Рак, рак, венок. Вот она, рак-венок, комбикорм, рубленый червь, рыба и мясо, 3 красный червь, 3, 5 и ароматизатор, рыбий жир. Ну вот, бахну одну ракету прикормочная и буду ждать своего рака. Посмотрим, что тут вообще на этой точке. Ну, ночь еще даже не наступила. Что я заметил, характерное, интересное, то что течение смыло мою прикормочную ракету, похоже, очень прям далеко. Потому что, ну, леска изначально лежала совершенно по-другому. А сейчас, как я понимаю, где-то ракета уже туда перекатилась. Но если логика идет с того, то что она все-таки открывается при ударе, у меня именно бомба. Вот. То ничего в этом страшного нету. А если в этой игре это так не работает... Кстати, пишите свое мнение в комментариях, как это работает. Все говорят по-разному. Кто-то говорит, что это работает именно так, потому что она открывается. Кто-то говорит, что вообще нифига. И вот не знаешь, кому верить на самом деле в этой ситуации. Рыба поклевывает из интересного. Подусты летят. Вот больше всего подустов, наверное. И были даже таких два хороших. Троф вроде бы с 800. Но у меня... Блин, что-то клюет. Ладно, давайте вытащим, проверим. Один рак был незачетненький. Вот еще один подуст. Я закрывал трофного подуста на венке один раз. Это мой один единственный подуст был, он был на венке. Подуст, наверное, не подуст, ну да ладно. Рыба, ГЛ, ОП, К. Так. МН, ОП, подуст. 848, да, наверное, с 800 грамм он. У него такая очень добренькая улыбка на самом деле. Просто вообще с ума сойти. Вот, его я на навозника закрывал как раз таки, чуть-чуть там вот правее. Где-то вот тут вот, наверное. Точно не помню, там где-то есть точка на Носыря, и вот там я вытаскивал подусты. Ну да, что вот одни подусты летят, будет, похоже, точка на подусты вместо рака, потому что рак только пока есть один, и то незачетный. Ну хотя, не знаю я. Постоять в ночь, еще посмотреть. Еще только вечер, даже ночь не началась. Ну, я, наверное, зайду в обычный чат, выйду с того, который создал Санек, можно сказать, мой подписчик. Вот. И буду смотреть, что вообще в чате, летят ли раки у людей. Ну, пока есть один
Рак речной 250 грамм в чате. На 33 уровне парниша закрыл. Портанул кому-то, короче. У меня раки были, но еще ни одного зачетного не было. Даже. На первую удочку что-то садилось такое хорошее, я начал мотать, и оно куда-то, короче, пропало просто. В чате не было ни схода, ничего, но у меня даже проматывало кату на слабеньком фрике. Вот. Парень пишет третью ночь, сидит и не закрыл, так что, возможно, и я тут не на один час. И был один носарик, кстати, тоже на 23 уровне парнишка закрыл носаря. Я так поглядываю, кто на каком. Вот это уже хороший рак. Вот это уже 139. Давайте его заскриним на память. Это уже бодренький более-менее. Такой уже пойдет. Нет, даже на самом деле раки-то есть. Давайте рак. Уже 3-6 штук уже поймал. Это лучше, чем ничего. На белой у меня только закрыт рак. Река белая. На норде на мясо я закрывал. Да, на кусочки рыбы. Вот, был у меня там такой. А, 224 грамма. С каких тогда троф, что я вот не помню тогда уже. Значит, не с 200. Там рыба прыгнула, что? Кто ты? А, голавлик. Ну да, голавлик в основном тут прыгает. Я прям видел, как он чисто так стартуем. Я сказала, стартуем! Что делаем? Стартуем! Серьезно? И выпрыгнул. А ты кто такой? Еще один голавлик. Да вы что, ошалели что ли? Распрыгались тут. Было смешно, если бы рак так прыгнул. Вот тогда да, тогда бы я поржал. Так, ну уже прям не утро даже, а уже обед. На кусочки мяса вообще такие не очень. Ну, рак есть. Ну, есть 8 штук было. Зачет, недочет, это чисто на везение. Возможно, за несколько ночей его закрыть можно. И в чате были. А так-то всякая фигня клюет. Ну, под уст-то высидеть, я думаю, более чем реально. Зачетов тоже не особо много, конечно. Ну, хотя большая часть зачетных. И были такие хорошие. Так что на подуст или на подуста, как он правильно называется, закрыть можно. 120-120 вот отсюда вышли, так с базы пробежали и встали. Клипса 10 на коряге. Все просто. Приходите, пользуйтесь, закрывайте. Возможно, вам повезет. Ну, я тоже попробую повысиливать еще пару ночей. Так что вот, всем ни хвоста, ни чешуи. И сейчас стою уже, видос рендерился на самом деле. Как всегда, влеплю после. Зашел трофраг. За 4 минуты. Вот на эту среднюю сборочку получается навозный червь 20 50 грамм 0,16. Вот такие вот дела. Буквально только, ну это получается третья ночь. За вторую ночь было 2 рака незачетных. И вот на третью залетело. Так что вот, всем теперь точно удачи. Закрытие вот тут реально.